Канда, чемпион Москвы и Московской области. Сегодня исполняется 6 декабря 2020 года. Канде исполнилось 3 года сегодня. А вчера, 5 декабря, у него был двухраундовый поединок в Кубке СНГ, который Канда победил и сейчас будет готовиться к третьему туру чемпионата Кубок СНГ. Ну, можно сказать, что с сегодняшнего дня Кабель стал взрослый, хотя он выступает в взрослой категории, когда еще был молодой. А вчера он сделал себе хороший подарок на сегодня в качестве победы.